отвечаю, я вам просто, куда нас привезли, пидоры, по нам хуярят нахуй 14 дней, как, сука, хуй знает с кого, блядь. Дома грабим, ебаный в рот, чтобы пожрать, блядь. Ни сигарет, ни хуя, чай курим, нахуй, ебаный свет, блядь. Это пиздец просто. Это просто пизда. Ты что, пьяный, что ли, или что? Немножко, да, сегодня выпил. Да я заебался, кстати, я страшно. Я боюсь, пиздец, я заебался. Вообще нихуя нету, все, все магазины ограбили. Мы с Владом сегодня на мопед спиздили, проехали на магазин, набрали синьки, ебали хоть, пожрали, вчера дома грабили курицы, замариновали, поели, ебаный в рот. Мы, оказывается, миротворцы ебаные, от своей, сука, воли и власти пошли нахуй воевать, пидоры. Ветеранам нам хуй дадут, бабок нам хуй дадут. Пидорасы просто нас наебали. Два эшелона, 8 вагонов, нахуй, 200-х, сука, со всех бригад, которые здесь, 8 штук, блядь, отправили домой, сука, пидорасы. Ебучие, нахуй, твари, блядь. Я хуй его знаю, тут столько, просто вот едешь, нахуй, в окошко смотришь, трупаки валяются наши, пацаны, блядь, проволока, ноги смотрят, и, сука, и пидоры эти по асфальту катают, ублюдки ебаные, эти пидорские укропы, нахуй. Вы что, поубивали мирных жителей, что ли, или что? Убивали, нахуй, потому что, ну, знаешь, это я не буду рассказывать, это не телефонный разговор. Ну, да хуя ничего, мутили, крутили, нахуй, как они нас наебывали. Как они наводили, сука, пидоры на нас. Тут офицеры вешаются, ебаные, вот крыша едет, они сами себе в ноги стреляют, чтобы их увезли просто. А их увозят в Москву, в Питер, там их зашивают и обратно сюда отправляют, долбоебов.